Ну что ж, уважаемые гости, мы вас приветствуем на одном из самых потрясающих, замечательных событий этого вечера. И как же здорово, что вот вся семья, все родные собрались здесь. Давайте поприветствуем нашего жениха, нашего красавца Кирилла. Давайте громкими аплодисментами! Громче, громче, громче! Волнуешься? Чуть-чуть. Ты действительно его прошел, завоевал ее сердце. Хочется, чтобы перед тобой и перед всеми нами появилась та самая. Наш ангелочек. Давайте ее встретим. Аня. That you would be mindful of us. What do you see? It's worth looking away. Кирилл, ты молодец. Ты добился ее сердца. Она сегодня рядом с тобой. Любимая моя Аня, сегодня я в первый раз официально тебя называю своей женой. И в этот день я торжественно клянусь, что буду для тебя надежной защитой, опорой и верным другом и мужем. Сегодня ты та, которую я выбрал в жены. Сегодня моя жизнь изменилась на все 100. Мой дорогой Кирилл, мы с тобой уже много лет вместе, и сколько у нас было новых глав, новых открытых страниц. Ты моя опора, ты мой друг, ты меня всегда поддерживал. И мы начинаем с тобой новую книгу в нашей семейной жизни. Не буду просто так трепать тебе нервы. Ты просто знаешь, что я тебя очень люблю, и ты самый главный человек в моей жизни. Готова ли ты стать навсегда верной женой, любящей мамой и заботливой? Заботливый хозяйка по вашему дому. Готова? Кирилл, надевай. Готов ли ты быть настоящим мужчиной? Готов ли ты просто делать свою семью защищенной? Не давать никогда Анютку в обиду, чтобы твой малыш, когда он растет, гордился своим папой. Обещаешь? Ну что, ребят, я вас поздравляю. Сегодня, 23 июля 2022 года, ваш брак зарегистрирован, а это значит, что вас ждет долгая, увлекательная и классная семейная жизнь. От сегодняшнего вечера вообще праздник. Жестким драйвом и такой немного классикой, может быть, романтикой. Романтика, классика, драйв. И поехали! Белые розы, белые розы. Громче! Так, стоп! Ну что, встречаем наших красавчиков Анюту и Кирилла! Ребят, повернитесь ко всем, вот они! Чтобы сегодняшний вечер мы посвятили вам, чтобы вы кайфанули, отдохнули. И самое главное, сегодня все сказали, что они прям заряжены. Поэтому какие у нас молодожены? Активные, офигенные, так, амбициозные, аутентичные. Какие у них друзья на М? Мощные, мышка. Там мышка. Какие милые, конечно. Какие родственники на Ж? Жизнелюбивые, жизнерадостные. Здесь какой будет праздник сегодня на О? Обалденный, охренительный. Я все повторю, что вы сказали. Амогус, господи, откуда он берет эти слова? И очень красиво, ребят. Смотрите, про вас сказали, вам овации и аплодисменты. Еще, 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 еще. Стоп. 8206. Это за то, что вы у нас такие клевые. Супер-8! Стоп!
Но я думаю, самое главное, чтобы пронести эти отношения как бы на всю оставшуюся жизнь, то значит жить удалось. Счастья вам, любви. Любви и благополучия, и достатка. Чтобы улыбки никогда не сходили с вашего лица. Обнять каждого гостя. Погнал! Опа, еще себе у тебя шпагат. Вот, вот, сюда, сюда. Нет, обнял, обнял. Давай, гостей. Пройдись походкой Кирилла. Крайнее задание, да. Три танца. Первый. Давай, второй. И третий. И стоп! Минута 45! Отбить петюлю каждому гостю! Петюлечку, поехала! Давай, давай, петюлечку, петюлечку! Да, 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 да! Аккуратно! Давай, 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 давай! Так, еще сюда, 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 сюда! Умничка, так, давай здесь! Твой столик! Обязательно! Так, и молодоженов, так! Дальше, Аленочка, танцуй три танца, первый, так, второй и третий. Здесь на шпагат, задание от Ани, давай. Да ладно! Как вы думаете, по времени кто оказался быстрее? Аленка же? Ален, ну тебе 1000 рублей, забирай. Все, стоп, 10 600! 46! За всех вас спасибо, что вы такие клевые. С днем свадьбы вас! Давай, что еще знаю? Sprechen Sie Deutsch? Молодожены, поздравляю вас со свадьбой. Итак, я тоже могу? Друга, иди сюда, сюда, иди, давай, говори быстро, хулиган, по-китайски. Congratulations, dear friends. Как называется, чтобы мы пошли на концерт? Операция «Пластилин». В районе Ротонды. Приходите каждое воскресенье, Яночка играет специально для вас. American Boy! American Joy! American Boy! Стоп! Частенько гоняешь голым? Бывает иногда. Бывает иногда. Простыни с сауны ехали домой. Остановили чуть, прав не лишили. Да. Вдвоем. Один был в люке, а я за рулем. А ты за рулем, а он в люке. И он тоже голый. Да, ну мы в сауны ехали. Как вы думаете, кто упал в реку Бурхановка? Люблю драйв. Отдыхаю как могу. Купаюсь в Бурхановке. Каждое лето могу себе позволить. Стоп! Хозяйство, в подворном хозяйстве. Своя лошадь, да? Как звали? Рада. Рада. А там метис лошадь, поэтому как назвали? Лошадь, метис, мама норка, папа бобер. Так. Чужие губы тебя ласкают. Чужие губы щечут. Стоп! Стоп! Вот так, 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 да-да-да-да-да-да-да! Есть! Еще, еще, еще! Там столик, вот там, да-да-да, вот там родители! Стоп! Стоп! Здесь все приятные! Оно всегда поможет!
свои пустые бредни оставь на потом. Мне же не надо ничего, я сам себя нашел. Видеть мир реально прекрасный, моё мнимое шоу. Не зная точный путь, не зная тех преград, мы вышли на старт и ни шагу назад. И счастье, что забуду, не за горами, брат, ты ждёшь, не всё мигом забрал. Каждый хочет знать, где и в чём его ремесло. Я просто делаю своё музло. Нам нужно всё сразу, да. Нам не нужно позже. Мы с тобой братишка до конца. И либо нам поможет, либо поможет нам, либо поможет искать. Давай, раз, два, три! Ещё, 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 ещё! В обычные дни Кирилл, а сегодня прям самец, красавчик. Я счастлив, что ты мне сказала да. Я болен тобою, твоею любовью. И я задыхаюсь без тебя, я не дышу. Я болен тобою. Свои желания исполняйте. Всего вам наилучшего. Чтобы вы вместе все делали, чтобы вам было в кайф. Спасибо большое. Давайте бабушке и дедушке поаплодируем отдельно. Спасибо огромное. Hey, what can you do, Yuta? Bumbo, apana, da. What can you do? What can you do, Yuta? Bumbo, apana, da. Hey, what can you do, Yuta? Bumbo, apana, da. What can you do? What can you do, Yuta? Bula, bula, na, wena. Цени друг друга, прощай друг друга. Это очень важно. Стоп! 1844! И победу одерживает у нас вот этот столик! Именно сегодня закладывается фундамент вашей семьи, такой же крепкой, как крепкие отношения ваших родителей. You're the light, you're the night, you're the color of my life. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Обнимите своих родителей, скажите, что вы их очень сильно любите. Never knew that it could mean so much. Именные капкейки любимой маме и любимому папе. Cause I've never been so high. Первый кусочек
свадебного торта! Чтобы жизнь у вас, ребят, была обалденно сладкой и насыщенной. Три! Да ладно! Они уничтожили букет! Обе желают стать настоящими женами, обнимай, конечно! Три! Да ладно! Минус один, холостяк! Сказать огромное спасибо за то, что вы были рядом с ребятами, за то, что вы разделили этот вечер, за то, что вы были кайфовыми, классными, крутыми. И сейчас мы сделаем нереальные дикие обнимашечки. Давай обнимем молодожен все вместе!